Кодную машинку из-под льда, из-под града. Попытаюсь границы снять. Тут, конечно, маленькие дефекты есть, но маленькие, это, как говорится, не страшно. А большие неприятные. Вот неприятность номер раз с потягом. Вот два. То же самое. Вот следом еще одна. Так она не хочет приковать. Вот видно. И вот она с потягом тоже. В самых таких невкусных местах, и судя по вот этим нюансам, еще будет сюрприз внутри в виде обезшумки, похоже так. Ну ладно, ну и мелочевки подсыпало, конечно, это скорее всего град какой-то был. Так что вот такие вот дела, милая девушка. Ну, вот так это видится на улице, видно все. Ну как бы на улице меньше этих бликов, но все равно видны. Ну ничего, я думаю, все будет хорошо. Тоже по тени видно, как играет. Начинаем ремонт крыши. Я выбрал вот эту вмятинку начинать с нее. Здесь, в принципе, доступ есть через усилители. Вот там отверстия достаточно хорошие. Так. Вот так не снежит. Вот видно ее хорошо. Начинаем потихоньку делать крышу. Тут, в принципе, работы хватит, заломов кучи, где-то стандартные как бы решения будут подходить, где-то нет. Здесь заломов куча и под усилителем. Усилитель тут один по центру, но он не виден сейчас. Вот здесь вот по центру на стойке есть небольшой усилитель, в принципе, с хорошим зазором. Вот. Под ним тоже вот вмятин куча, но работать будет, как бы доступ есть. Работать можно спокойно. Потихонечку начинаем работать. Снимать будем потом. Или хотя, в принципе, можно сейчас отдефектовать, выделить, чтобы был общий, так сказать, фон. Где тут какие заломы. Вот, их видно. Отчертить и потом уже их не искать, а просто-напросто сделал, стер. Наверное, так я и поступлю. Сейчас будет дефектовочка крыши. Вот еще одна. Вот. И потом будет работа.